Мы на какой плывем? На тот. Самый большой остров. Он самый красивый? Даже не знаю. Я был только на нем. Отныне на всех будем вместе. Поедем. Юсуф, прогуляемся по всему Стамбулу. И даже первым делом поедем на Девичью башню. Потому что мне очень интересно это место. Вечерами горят огни. Там очень красиво. Можно. Поедем. Ты знаешь историю Девичьей башни? Не знаю. Однажды у короля родилась дочь. Ведьма ему сказала, когда принцессе исполнится 18, она будет убита змеей. Правда? Да. Потом король построил Девичью башню, чтобы защитить дочь от змей. Спаслась? Нет, умерла. Как? Как змея нашлась на середине моря? Когда принцессе исполнилось 18 лет, в замок поступили фрукты. Оттуда вылезла змея. Жаль. Они будут петь? Да. Юсуф. Пусть первая песня будет нашей. Юсуф. Ты в курсе? Мы так много пережили, будто сотни лет знаем друг друга. Но столько еще не было. Со дня знакомства. Есть так много всего, чего мы не знаем друг о друге. Что, например? Что тебе интересно? Например, какой твой любимый цвет? Но постой, ты не говори, я предположу. Красный. Это потому, что грузовик такого цвета? Да. Я люблю свой красный грузовик. Но мой любимый цвет зеленый. Но это не обычный зеленый. Например, когда наступает весна, наше село становится зеленым. Вот такой зеленый я люблю. Хорошо, не угадала. Ты предположи, какой мой самый любимый цвет? Голубой. Откуда ты знаешь? Ты очень любишь море. Хорошо. Самый любимый фрукт? Я предположу. Урюк. Но не обычный урюк. Такой очень кислый, такой... Да? Нет. Я люблю грушу. Грушу? Да, она очень вкусная. Не знаю, я бы не подумала. Ты скажи, какой мой самый любимый фрукт? Урюк. Ну откуда ты знаешь? У тебя слюни текли, когда ты говорила, девочка. Верно, я обожаю урюк. Ты тогда предположи что-нибудь. Хорошо. Я предположу твой любимый город Измир. Но это несправедливо, Юсуф. Потому что это место, где я родилась. Не капризничай, я угадал? Угадал. Постой, тогда я предположу. Твой самый любимый город Стамбул. Нет. Да, ты недавно говорил. Твоя родина. Это твое самое любимое место. И даже не это место. А где тогда? Бузулук. Бузулук? Как? Что ты там любишь? Я там нашел тебя. Вчера же я говорил тебе, может нам пожениться? А это пусть будет обручальным кольцом. Немного великовато. Да. И любимый зеленый цвет.
И мое самое любимое второе кольцо. Время слишком быстро прошло. Лишь бы могли еще немного остаться. Ну и пусть. Я тебя еще раз привезу. Обещаешь? Обещаю. Поедем отсюда. Постой. В чем дело? Я загадаю желание. У нас в селе была тетя Невин. Она говорила, что нужно загадывать желание в том месте, в котором бываешь в первый раз. Обязательно сбудется. Что загадаешь? Не скажу. Если скажу, не сбудется. Вы можете подписаться на наш канал, чтобы смотреть больше видео, включить уведомления, чтобы смотреть первыми.